Вечер, посвященный Бетховену, 150 лет дружбы между Германией и Японией, пути из кризиса, этот поцелуй всему миру, творческий прыжок Бетховена из кризиса в счастье. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы приглашены в библиотеку герцога Августа на вечер, посвященный Бетховену, с подзаголовком «150 лет дружбы между Германией и Японией». Этот вечер, это событие приходится на время, когда мы говорим о кризисах, также о кризисах в Японии. И поэтому мы ставим в центр внимания Бетховена, а также книгу профессора доктора Эрики Шухарт «Этот поцелуй всему миру. Творческий прыжок Бетховена из кризиса». Это книга, которая была написана в то время, когда драматичность кризиса и необходимость преодоления кризиса осознавались совсем не так, как это между тем, в общем, происходит сегодня. Прежде чем профессор доктор Шухарт начнет свою речь, сделает вступление профессор доктор Риуичи Хигучи, который, если я могу так выразиться, является первооткрывателем этого произведения, этой книги профессора доктора Шухарт в Японии, который перевел ее на японский язык и сделал ее известной там. И поэтому этот вечер является вечером мостом и связью между Германией и Японией, между госпожой Шухарт и господином Хигучи. Представитель Японии, посланник госпожа Мари Миёши, добро пожаловать. Госпожа Миёши тоже скажет вам потом несколько слов. В этом месте я уже хотел бы сказать, что выручка от продажи этой книги госпожи Шухарт, так как она уже долгое время связана с жертвами Чернобыля, и сейчас будет передана жертвам катастрофы в Фукушиме. Итак, я рад, что мы сегодня смогли организовать этот вечер в библиотеке герцога Августа.